вспомните горячие спортивные дни января. Эти трудные минуты и дни, ставшие поистине этапными в истории магаданского бокса. Свыше 100 мастеров кожаной перчатки со всех концов страны съехались в далекий северный Магадан на второй всесоюзный турнир по боксу на приз олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Нет, в Магадане не суровый климат даже в январе. Валерий Попенченко. Его спортивная жизнь увенчана лаврами, золотые медали неоднократного чемпиона страны, Европы и, наконец, Олимпийских игр. Кубок Валла Баркера равнозначен признанию боксера лучшим в мире. Президент Международной любительской ассоциации по боксу Рассел, вручая янтарное блюдо Кубок Баркера Валерию, сказал: «Я был бы счастлив иметь такого сына». В своей книге «И вечно бой» Попенченко говорит: «Когда уже остались за плечами 13 долгих лет боксерской судьбы, половина всей жизни, я понял, что это был бой с самим собой за самого себя». Бой. Магадан, дворец спорта. Торжественный парад, открытие турнира. Боксеров Украины и Сибири, Молдавии и Ленинграда, Москвы и Якутии приветствует председатель горосполкома Анатолий Николаевич Карпов. Флаг соревнований поднимает заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы Валерий Фролов, которому тоже предстоит принять участие в боях на магаданском ринге. Телевизионная пресс-конференция вызвала живой интерес не только у любителей бокса. На вопросы журналистов отвечали олимпийский чемпион Валерий Попенченко, олимпийский чемпион Дан Поздняк, судья международной категории, главный тренер РСФСР по боксу Леонид Федорович Соколов, тренеры из Перми, Оренбурга и Кемерово. А такие мастера, как двукратный чемпион Европы Валерий Фролов и мастер спорта Александр Скороходов, призер первенства Союза, победитель международного турнира в ГДР, придают ему спортивную остроту. Кто же выйдет защищать честь своего города на столь большом и ответственном турнире? Кто окажется в одном строю с именитыми гостями рядом с чемпионами? Магаданский ремонтно-механический завод. Здесь работает Валентин Уторгин. Скромный, даже застенчивый, единое мнение о Валентине Уторгине. А на ринге это волевой боец, который первым из магаданских боксеров выполнил норматив мастера спорта и стал обладателем золотой медали. Но в тот момент, когда он управлял рычагами мощного крана, он еще не знал, как закончится его финальная встреча с чемпионом общества «Труд» барнаульцем Нинаховым.
бой Кутардин закончил уже во втором раунде нокдауном. Лев Фролов, кабинет иностранного языка Магаданского пединститута. Каждый день тренировки, каждый день занятия. В свое время инженеру-кораблестроителю Попинченко удалось совмещать спортивные достижения с достижениями в науке. Он защищал диссертацию и выступал на ринге. Сутки не становились в два раза больше, но бой за самого себя продолжался. Каждый день, каждый час и вечный бой. Студент Магаданского музыкального училища, 19-летний перворазрядник по боксу Сергей Шаповалов. Темпераментный и азартный боксер Шаповалов в финале встретился с таким соперником, как оренбуржец Дмитрий Калмыков, участник международных встреч, призер первенства СССР, мастер спорта, владеющий всем техническим арсеналом бойца на ринге. Судья на ринге, олимпийский чемпион Дан Поздняк. Мысли Сергея сбиваются, но победить, во что бы то ни стало победить, Евгений Дмитриевич прав. Надо сокращать дистанцию, ни на секунду не прекращать атаки, взвинтить темп. Сергей старается войти в ближний бой. Но Калмыков останавливает его четкими встречными ударами. Опережает Шаповалова во всех атаках. Сергей проиграл бой, но даже то, что он провел три раунда с Калмыковым, это победа. Он стал кандидатом в мастера спорта.
последние минуты перед боем. Финальная встреча Льва Фролова. Лев, конечно, волнуется, настраивается на трудный бой. Соперник Фролова – мастер спорта Геннадий Хадусов из Барнаула, чемпион общества «Труд», чемпион всесоюзного турнира на приз Александра Невского. Полуфинальный бой с кандидатом в мастера спорта из Москвы Кулигиным Хадусов закончил нокаутом. Опасный соперник для Льва Фролова. Лев начинает бой легкими разведочными ударами. Он нащупывает слабые места противника. В свою очередь, Геннадий Хадусов не обостряет поединка. Он чувствует серьезного соперника. Закончился первый раунд. Все ясно. Геннадий открывается под левой боковой. Теперь пора атаковать. Лев пошел в стремительную атаку. И Хадусов в нокдауне. Победа с явным преимуществом. Итак, магаданская команда пополнилась еще одним мастером спорта СССР и еще одной золотой медалью. Вот и прозвучал в последний раз гонг. Четверо боксеров, наших земляков, стали обладателями золотых медалей этого турнира. Лев Фролов и Валентин Кутаргин, Владимир Мальцев и Игорь Высоцкий. Жюри признало лучшим боксером данного турнира, чье имя будет написано на кубке олимпийского чемпиона по пентингу. Это Дмитрий Калмыков. Это неудивительно. Мастер спорта Дмитрий Калмыков продемонстрировал на ринге не только мужество, но и красоту, эстетику бокса, его подлинно гуманный игровой стиль ведения боя. В Токио Валерия Попенченко, который вручил сейчас приз Калмыкову, назвали джентльменом ринга. Волю настоящего бойца кует не только вдохновение, а ежедневный, упорный труд до седьмого пота, стремление к победе. Это и есть настоящий, принципиальный мужской бой. Бой за самого себя по дороге мастерства и мужества.